В связи с тем, что социальные пенсии устанавливаются в твердых размерах от фиксированного базового размера с учетом районного коэффициента, их основной размер, в общем-то, не так велик. И уже начиная с января 2010 года мы вот такие низкие размеры пенсии доводим до прожиточного минимума, то есть выплачиваем федеральную социальную доплату. И вот эта категория у нас 1 апреля, когда мы сделали расчеты, посчитали, у них вот эта индексация 14,1% практически не произойдет. Вот я вам приведу примеры. Пример я привела. Вот социальная пенсия по случаю потери кормильца до повышения, сам основной размер составлял 4132 рубля 10 копеек. А федеральную социальную доплату, которую мы доплачивали, составляла 1394 рубля 90 копеек. Когда происходит индексация, а индексируется основной размер, вот этот 4132 рубля, после индексации он составляет 4714 рублей 72 копейки, значит что, убирается федеральный размер вот этой федеральной социальной доплаты, составляет 812 рублей 28 копеек. И в итоге, что до повышения, что после повышения, составляет 5527 рублей.